And now. И снова атака от команды из Екатеринбурга. Муллеров берет игру на себя. Муллеров! И не отобрали у него шайбу. Так это продолжается. Бросок и гол. Каюнальд открывает счет уже на 5-й минуте этого поединка. Не удалось шайбу зафиксировать Никите Сергееву. Давайте смотреть повторы. Вперед. Здорово. И можно убегать в атаку. Хорошее вставление. И гол. 2-0. Такая образцовая атака. Контратака от СКА Юность. И в итоге 2-0. Ну, конечно, нужен повтор, чтобы насладиться еще раз этим голом. Нужно, конечно, собраться с заряда, потому что пока хозяева имеют большое преимущество. И команда продолжает атаковать. Рикошет. Еще одна передача назад и гол! 3-0! Александр Пимен! Дальше можно уже строить атаку с средней зоны. Хороший вход. Перехват. И теперь левым флангом СКА Юность атакует. Отличное вставление. Бросок. Рикошет. Гол. 4-0. И шайба засчитана. Там, конечно, рикошет во многом стал определяющим. Сегодня я работаю. Ну и это наша большая съемочная группа, которая заслуживает похвалы. Ну, слава богу, что хорошая прозаряд. Наталья. Поверьте мне, я самый нейтральный комментатор, который только мог бы быть, но в итоге да. 5-0, но вот сейчас опять же, да, давайте будем объективны. Удаление получил Александр Егоров. Спустя 8 секунд СКА забрасывает. Борьба у борта. Отличный момент. И 6-0. Забивает. СКА снова отличается у нас, кстати говоря, Евгений Стафеев. 70-й номер. Не успел здесь Никита Сергеев перестроиться в ближний угол. На старте третьего периода брасывание выиграно. Бросок следует от Пьянкова. И в итоге 7-0. 7-0, ну, уже, наверное, хотя я еще в одном периоде говорил, что интриги нет никакой. Ну, и сейчас ее, СКА, наверное, убил окончательно. Я плюшку потерял. Что сейчас большинство для заряда, которое завершается пропущенной шайбой. Ну вот как на это реагировать, я не знаю еще. Если забросить долгожданную шайбу. И вот он гол! Буквально сразу же заряд все-таки забрасывает. Счет становится 8-1, а удален был Артем Янилов, 97 номер. Да, прошу прощения, немножко я запутался. Удаление было у команды СКА Юность, а забросил шайбу. Один момент и гол. 8-2. Вот заряд все-таки в концовочке. Еще одним голом отличается.